Всем привет! Сегодня очередной выпуск спонтанных окрестностей. Сегодня мы решили прогуляться немножко далеко. Что значит далеко? Мы решили поехать на линию Маннергейма. По сути, выпуск должен повторить тот же самый выпуск, в котором мы ездили в Лебяжье. Я на это просто надеюсь. Что будет на самом деле, вы увидите дальше. Если вы еще не забыли, меня зовут Григорий Михайлов. Этого человека звали сегодня Андрей Демыкин. И это спонтанные окрестности. Смотрите далее. Валерон. Да. Мы находимся в поселке Карелия. Куда вас там? Это было написано поселок. Поселок? Ой, крест. Судоводство Карелия. Да. Ну, судоводство Карелия. Типичное садоводство. Типичное садоводство. Ничем не отличается от нашего. Ни одного садоводства. Да, садоводство как садоводство. Местная достопримечательность. И местные жители. Но мы идем. Сколько мы прошли? Много мы прошли. Мы на одном и том же месте. Мы где-то километров 8. Мы ходили туда-сюда, кругами, в обход. Как только могли, потом нашли главную дорогу. Чити карту. Да, не доверяйте всяким. Google. Смотрите Яндекс. Google говно. Особенно окрестностями. Да, только окрестности. Так, народ, прошло еще очередное несколько километров. Мы в каком-то поселке, долине Маннергейма еще прилично идти. Сейчас небольшой такой привальчик у нас. Итак, мы нашли правильную дорогу. Мы идем по... Короче, мы на Е18 вышли. Ребята, это круто! Мы прошагали 20 с хером километров, блядь, у меня болят ноги. У нас у всех болят ноги, у нас всех уже. Мы еще ни хрена не пришли. Мы еще не пришли, но мы уже почти уже добрались. И нам еще осталось идти где-то около 8 километров прямо, потом повернуть налево. И мы дойдем до места назначения, то есть до глубокого озера. Серьезно, это один из дотов. По крайней мере, очень похоже. Ура, мы нашли одно. Груды камней. Реально, они обтесанные. Их, наверное, во время войны долбанули. Ладно, пойдем. Рядом упавших деревьев. Нет никаких остатков, значит. Больше похоже, что это бомба. Скорее всего, здесь упал. Была бомба. В
Да, похоже. Так, мы сейчас находимся в лесу на подступах к глубокому озеру. И по ходу дела мы дошли все-таки до линии Маннергейма, потому что вот эти вот камни, которые вот впереди, уж больно они очень как-то подозрительно выглядят. Обтесанные. Сейчас попробуем поближе подойти. Я сволочь зажгла костер. Вот. И, видимо, это какие-то осколки от какого-то дота, в который попали. Попал снаряд, и его разнесло по разным местам. Ну да, нет, это просто обычный камень. Ладно, сейчас попробуем найти тот самый уцелевший дот. Посмотрим, что там стало. В подтверждение моих слов. Посмотрите, какой гладкий камень. Не совсем похож, что он от природы сделан. Это все-таки доказывает о том, что все-таки здесь была бомбежка, и это какой-то осколок остался. Вот даже, Андрюш, согласись, вот этот что-то пригорок, как что-то напоминает на бывший дот. Согласен, как будто он разлетелся. Да. Попадание снаряда. Я тоже так думаю. И внутри были боеприпасы. Вот да. Ну да, в принципе, там же, когда во время войны, это была такая-то тема. Финны тут оставляли свои снаряды. Я дико задолбался идти. Мы толком сегодня не нашли то, что мы искали. Оказывается, это находится совсем в заднице леса. Хоть извините за мое выражение. Вот. Потому что если бы точно бы нормально говорили, где оно конкретно находится, мы бы его обязательно бы нашли. Но так как мы бегали... Мы битый час ходили, искали. Да, мы битый час ходили, искали этот гребаный памятник Дот. Да. Уж дай бог ему здоровья, а я не знаю, почему я ему даю здоровье. Хоть он неодушевленный предмет. Ну просто мы грубо говоря, полтора часа убили на его поиске. Нет, результаты есть. Мы нашли остатки. Видимо, там раньше было два дота, которые разрушились артиллерийскими снарядами времен войны. Это несомненно плюс. Ну и хотя бы съездили на глубокое озеро, посмотрели, что это себя представляет. Кстати, очень красивое озеро. По крайней мере, по виду. Вот. Что-то меня уже на слова паразита тянет, пора заканчивать уже. Все. Мы почти на подступах к повороту. А еще я не знаю, зачем я снимаю это видео. У меня... Да, нефиг делать, я уже снимаю хрен знает что. У нас дико болят ноги. Можно уже сразу принять уже как все. Да. Прямиком. Как же больно теперь ходить по камням. Да. И бежать тоже больно.